Ты бросил меня в бою. Да. Люди — это одно. Со всеми прочими ты сражаешься, пока я не остановлю или мы не погибнем. Ясно? Выполняй обязанности или повернем назад. Я понял. Хорошо. Стой! Мы снова здесь! Идем. Рад встрече, Брок. Придумай имя твоей семьи. И ты, сраная благодарность. Эй, сраная благодарность. А ну иди сюда. А хорошо. Атрей, сюда! Да, отец! А, я даже не заметил. Кажется, здесь можно пройти. Сюда. Выглядит заманчиво. Здесь. Снова он опускается. Огонь, берегись!
Я уж думал, не выберемся. Я не дам нам погибнуть. Мы снова тут. Сюда. Запечатана магией рун. Никогда не был так близко к горе. Огромная. Жаль, мама не увидит. Идем, сын. Эй, посмотри! Что это? Мальчик. Смотри, тут начертаны руны. Что сказано? Вдвоем, втроем ли, мы станем одним. Но одному не быть таким. Загадка? Может, где-то тут есть подсказка?
Возможно, эти кольца должны вращаться. Мальчик, и что нам говорят руны? А, тут сказано «семья». Это не подсказка, а ответ. Из одного не выйдет, смотри. Да? Напиши эти руны ножом на песке. Чего? Кинслоу. Что-то есть! Хорошо, что встретили Брока. Но еще лучше, что уже уходим. Это уже позади. Что это там наверху? Сын, чьи следы? Может, кабан? Не знаю, но я найду. Иди. Воину важно не терять свои навыки. Заберись!
сердце! Отец, нет! Вот, что написано. Норн. Судьбы. Отнюдь добра не жди. Ладно. Ух ты.
ты. Да что? Я слышу впереди твою добычу. Я знал, что кабан. Пойдем. Смотри. Хм, интересно. Пожалуй, стоит записать. Теперь не спеши. Натягивай до груди. У кабана толстая шкура. Ну, я же попал, да? Я попал, но стрела отскочила. Может, он волшебный? Сам как думаешь? На вид это очень странный кабан. Так догоняй. Будь готов. Снова люди? Что-то другое. Эти странные дохлые твари. Я!
Что скажешь? Тебе многому надо учиться. Он пролез тут внизу. Я сам. Локоть вверх, не дрожать. Спокойно. Не спеша и точно в цель. Попал! Не упусти. Мальчик! Мальчик! Где ты? Атрей! Он замедляется! Подожди меня! Отец, сюда! Атрей! Атрей! Мы не знали, что он чей-то. Он не чей-то, он мой друг. Мальчик выполнял мой приказ. Тогда помоги мне. Подержи вот здесь. Держи, говорю, он теряет кровь. Он последний в этом мире, а вы давай стрелять. Добывали еду? Тренировались. Тренировались они. Мне очень, очень жаль. Прижимай сильнее. Это моя вина. Надо было строже следить. Он умрет? Нет, я ему не позволю. Так, ваша стрела перебила артерию. Найди оба конца и крепко зажми. Сперва слева. Зажми и держи. Теперь справа. Зажми крепче. Да, теперь соедини их и держи ровнее. Ведьма. Здесь я его не исцелю. Мой дом вон там, за деревьями. Ты его понесешь. Он не должен погибнуть. Хорошо, сейчас он спокоен. Ему лучше. Грейса. Сюда. Этот лук для тебя великоват. Мне мама сделала. Сказала, она вырастет. Ты ведь не из этих лесов. Мама по тебе, наверное, скучает. Она умерла. Несем ее пепел на самую высокую гору. Пепел? Такова ее воля. Сын. Я соболезную вашей потере. Мы пришли. Ты живешь на дереве? Не на нем. Под ним. Хемилей! Гляди! Все хорошо. Ты
мирной? Мальчик. Не бойся, ему ничто не грозит. Она хорошая. Быстрей! Положи его на доску. Держи крепко. Ты одна живешь? Мне так удобней. Мой отец тоже не любит людей. Сын. Ну, правда же. Не позволяй ему так метаться. Хорошо. Тише. Отдохни. Мне нужны еще две вещи. Краснокорень растет прямо за домом. Принесешь пучок? Что еще? Я вижу, что ты Бог. Не из этого мира, но ясно сразу. А он не знает? Не знает, кто ты и кто он сам? Это не твое дело. Здешние боги чужаков совсем не жалуют, уж поверь. Я знаю, когда тебя найдут, а они найдут, ты не обрадуешься. И он станет спрашивать. С этим я сам разберусь. Все равно защитить его от правды ты не сможешь. Но ты прав. Это не мое дело. Еще нужен сердечник. Принесешь? Такой белый цветок в саду. Горсточку. Ладно. Сердечник. Сердечник, хорошо. А краснокорень принес? Его ищет мальчик. Ему нужна помощь. Прошу тебя. Без обеих трав мазь не получится. Пригодится. Я выронил? Когда гнался за кабаном. Но как же так? Я же не мог его... Ты его потерял. Я теперь буду внимательнее. Что нужно?
будет жить? Да. Тогда мы уходим. Стой. А благодарность? Ты же скрываешься. Этот знак спрячет от тех, кто хочет вам навредить. Ты скрываешься? Люина. Люина. Эмили! Под домом есть тропа. Она без помех выведет вас из леса. Следуйте по тропе, а затем на свет солнца. Мы еще увидимся? А это уж как сам пожелаешь. Теперь уходите. Идем. Этот подземный ход проведет вас ближе к нужной вам горе. Возьмите лодку. Стойте, возьмите это. С его помощью вы всегда найдете верный путь среди миров. Он укажет вам дорогу к цели. Я вижу лодку! Кошмары. Мама про них рассказывала. Не знал, что они существуют. Кошмары? Да. От них у людей кошмары. Или они сами кошмары. Я не помню. Жаль, у нее нельзя спросить. Касайся воды. Почему? А ты знаешь, что там под водой? Нет. Вода черная. Поэтому и не касайся ее. А,
До горы доберемся быстро. Мне просто не верится, что я тут, что все это происходит. Когда-то я думал, что не покину наших лесов, а то и собственной постели. Ты не виноват в том, что больно. Да, я знаю. Просто хочу сказать, что все это здорово. Вон и дыра. Смотри, как мы близки. Мы плывем навстречу морю. Как ты понял? Ты не чуешь запах? Если это запах моря, море воняет. Смотри-ка, это Тор. Тор, бог грома. Точно. Я думал, ты не слушал мамины рассказы про богов. Иногда слушал. Она говорила о том, кто не чувствует боли. Похоже на Бальдра. Бальдр. Он ас, сын Одина и Фрик. А Один властвует. Точно. Почему ты спрашиваешь? На груди какие-то руны. Мне отсюда не разглядеть. Написано: пожертвуй оружие сердцу воды. Пробуди колыбель мира. Что? Бросить наше оружие в воду? Как тебе такое предложение? Что, правда бросишь? Топор не вернулся. Такое. Это мировой змей. Смотри, вон там разбитый корабль, видишь? А вон статуя Тора, только теперь ее стало видно лучше. Змей вылез, и вода убыла. А, вот почему тут берега раньше не было, да? А вон гора, и это строение ведет от подножия горы к золотому храму. Все это было под водой. Все, кроме статуи. Здорово, да? Там причал. Вон, рядом с флагом. Мы сначала причалим, да? Мы первые, кто пройдет здесь с незапамятных времен. Ты знаешь об этом змее?
Он из Великана. Он так велик, что обоясывает весь мир и кусает себя за хвост. Это болтовня. Не знаю. По мне, так он большой. Это дорога к горе? Похоже на то. Да это же бородатый верзила и мелкий прыщ. Сейчас я вас порадую. Брок? Но как ты... Не твое дело, мелочь. Заходите, я тут вам припас кое-чего. И не вздумайте зариться на мою берлогу. Я первый нашел. Ну, ладно. Как думаешь, что ему нужно? Поиграть на нервах. Когда пойдет молва о моей новой лавке, ко мне наконец хлынет народ. Они будут локтями друг друга расталкивать, чтобы глянуть на товары. Увидите. Ты всегда так носишься? Жуть. Лови! Вот куча камней. Этим ключом Игдрасиля можно открыть волшебную дверь между ветвями мирового древа. Срезать путь между мирами. Если видишь, где такую дверь, можно быстро до меня добраться. Работает в один конец. Только сюда и никуда больше. И что бы ни случилось, никогда, ни за что, никогда, ни за что, когда... Если жизнь и рассудок тебе дороги, не сходи с тропы. Нет, этого нам точно не надо. Ну что, хочешь получить? Чуть от меня крупицу мут. Прости.
Да-да, всегда рад. А теперь валите в жопу.